В селе Акшокы Карагандинской области от неизвестной болезни погибло 76 голов крупного рогатого скота. Еще 150 животных в зоне риска. Сейчас коров наблюдают ветеринары. Симптомы заболевания схожи с фурункулезом. Ветврачи уже взяли анализы и направили на экспертизу. Точный диагноз будет поставлен через день. На въезде в поселок Акшокы установили санитарный пост. Там же проводят дезинфекционные мероприятия для транспорта и людей. Между тем, по данным областной ветинспекции, препаратов для вакцинации животных в регионе недостаточно. На сегодняшний день по госзаказу Карагандинская область оснащена вакциной против опасного заболевания на 30%. Остальные 70% нам до сих пор не доставили. Мы не знаем, зависит ли это от геополитической ситуации, но факт задержки имеется.